блядь, постоянно аккумулятор садит, либо, да, блядь, да, это. И, ох, твою мать! Смотри, у него что-то колесо, он сейчас стукнет тебя. Ты чё, блядь, слышь? Ты чё, не тогда в субботу с утра покупать и везти, не знаю. Ой, ух, ой, блядь, ты что ж делаешь, сучонок, а? Не, он боком, боком. Да какой боком, блядь, мужика, жди. За придурка, блядь. Вот, сука, а сейчас видеокамеру, блядь, вот снято, блядь. Игорь, ты это, у тебя снято, давай в милицию сейчас обратимся. Игорь, про то, что он творит, потому что у тебя сейчас что-то случится. Down, you say, well, I gotta see to you, it's time and time again, I say no, 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 no.
поехали мы с ним. Волхов. Ой-ой-ой. ДТП. Все. Сохраним. Записалось, записалось. Куда он поехал-то? У него отвалилось. О, у него отвалилось. Свидетелями будем? Будем. Поехали. Ну, посмотрим, что теперь. Если не проедем, обратно вернемся. Охренеть. О, жесть. Тихо, 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 тихо. Чуть-чуть в аварию не попали. Перед нами разбились. Ну, перед нами две машины столкнулись. Ну, он все-таки восстановился, стал играть, но вот не стали с ним продлевать контракт. В этом месяце у нее наказался нижегородском торпедо. Торпедо, он сейчас смотрится очень хорошо, ему дают много играть, он выходит на второй тройке нападения. Ну, в общем, набирает, что называется, оборота. Ведь еще полтора года назад Пашин был таким загрозным, постоянным игроком национальной сборной России. Правда, в чемпионат мира не попадал, но он в европейских турах участвовал постоянно. Так что вот такая судьба хоккеиста бывает, она может быть изменчивой, может меняться практически в течение сезона. Но дай бог, чтобы этот хоккеист действительно заиграл в полную силу, потому что он умеет, он умеет. Назарова. Этот вопрос уже рассматривали в правительстве, однако решение не приняли. На своей страничке в соцсети Азаров пишет, что, скорее всего, рабочие дни переносить не будут, поскольку длительные выходные дорого обходятся госбюджету. Вова, Вова! Украинцам придется отметить рождественские праздники и работать по календарю. Напомним, что 1 января в 2014 году выпадает на среду, Рождество на вторник. Киви закрыт. Нормальная картинка. А вот там в КБшке вроде нет, да, картинки? Или тоже есть? Есть. О! Регистратор. Ну, жалко таксиста. Натусик, привет. Нет, я сейчас, меня Тёмка везет к метро, я на Пражской, я сейчас домой поеду только. Ну, я могу с ней в Пушкино встретиться, да и все. Уебшая, что ли, блядь? Похуще. Столкнулся? Ну, а не зеркало за... Чё ты трындишь-то, а? Ты меня видишь, где я стою, ты меня запихишь на... Ты чё делаешь? Ты чё делаешь-то вообще? Ты посмотри, где я еду-то, ёб твою дивизию! Пизда, блядь!
Давай, давай. Давай, давай. Какое противное место, место mm-hmm. Влада. Пусть, пусть попиздит. Давай, давай, пусть. Чё ты хочешь? Слушай, какая она все-таки наглая, да, тёмная? Это та же. Да я видела. И стартует на Европе Плюс. Я же обращаюсь до завтра. С вами остается Алекс Манулов и свежий выпуск от лица. Подожди, тут, блядь, баба, наверное, чуть ли машину не разбила. Она вышла вообще. Да вообще, она нас просто на встречу.